автобус такой классный, у него сзади еще колеса поворачивают. Здорово. Так отдохнул. Да, ты подошла. Я соскучилась. Я тебе тоже. В подмосковном лагере «Горизонт» закончилась третья смена. В этом году там уже отдохнули 146 школьников из Одинцовского округа. Дети получили только положительные эмоции и с нетерпением делятся своими впечатлениями. В лагере было хорошо. Вот в последний день был костер не маленький, а вот большой. С размером в высоту, как вот тот вот один этаж. Вот там. У старших детей не менее яркие впечатления. Они подружились, создали чаты и намерены встречаться в дальнейшем. Вот вчера мы пасты друг друга мазали на Королевской ночи, было очень весело. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются многодетным и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, одаренным детям и другим категориям граждан за счет администрации Одинцовского округа. Конечно, сегодня дети приехали в прекрасном настроении. Третья смена прошла очень хорошо, им повезло реально с погодой. Лагерь «Горизонт» уже провел три смены. В воскресенье уже на четвертую смену отдыхать отправились еще 132 школьника. 64 в подмосковный «Горизонт» и 68 в крымский лагерь «Гагарин». Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».